ребята, там наверху кто-нибудь, министерство или там дирекция театра, господа реконструкторы, свяжитесь как-нибудь, сговоритесь и сделайте это. Существует огромное количество военно-исторических клубов, занимающихся военно-исторической реконструкцией. Едут на какие-то огромные фестивали, находят какие-то гигантские поля. Для меня вот подобная сцена, то это узкоспециализированный театральный инструмент. Это военный батальный глобальный театр. Вот вы представляете, если подобную реконструкцию проводить специально предназначенным для этого сцене. Подобного реконструирования, да, как зрелище, его не будет ни в одной стране мира. Это будет уникально. И это будет соответствовать данному театру. Вы представляете, что может быть? Здравствуйте. Я не просто так вышел из-за 18-метровой данной колонны, потому что эта колонна принадлежит Центральному академическому театру Российской армии. Начну я, естественно, издалека, потому что ролик я собираюсь сделать большим, а данный театр имеет большое значение как для... Спасибо. А данный театр имеет большое значение как и архитектурное сооружение, и как, естественно, памятник действительно культурного, в широком понимании этого слова, культурного значения. Надолго, то хочу начать с маленького эпиграфа. Есть у меня друг, прекрасный актер, поэт, член Союза писателей, баснописец, прекрасный человек, Влад Маленко, бывший актер театра на Таганке. Сейчас не знаю, там он, не там. Так вот, в свое время он мне рассказывал историю про другого известного актера театра на Таганке, Ивана Бортника. Что где-то в конце 70-х они на служебной квартире на Таганке раскрывают окно. Иван Бортник с легкого такого, ну скажем так, похмелья смотрит на унылый серый город, на Москву, и говорит: да, если бы не сталинская архитектура, то Москве... И вы знаете, в этом отношении я с ним полностью согласен, потому что сталинская архитектура, а в частности сталинский ампир, это во многом, наверное, где-то процентов на 80, то, что составляет красоту города Москва. Вот если не трудно, вот сними вон ту обшарпанную штуку. Теперь на меня вот положи. Вот увидите следы разрушения этого здания. Вы знаете, если бы оно было построено некачественно, тут бы осыпалось бы все. Но это я сейчас такую боль, собственно, высказал. А теперь давайте немного поговорим действительно об истории, что это за театр, что это за здание, кто его строил и вообще для чего его строили. И в чем его, так сказать, культурная ценность. Специально встал на фоне этого грандиозного сооружения, чтобы его можно было как-то, ну, лицезреть в полном объеме, что называется. Итак, в далеком... В 1929 году было принято решение о создании при Красной армии драматического театра. В 1934 году был проведен конкурс среди архитекторов на, скажем так, проект вот этого театра. Победил тогда архитектор Алабен и Симбирцев, и, собственно, их творение мы сейчас можем видеть. Значит, в чем фишка? Рассказываю. Дело в том, что если мы поднимемся на высоту птичьего полета, то мы обратим внимание, что здание построено в виде пятиконечной звезды, что само по себе необычно, да? При этом колонны, все портики – это такой вот прям вот сталинский ампир с элементами классицизма. ВДНХ, здание университета на Воробьевых горах, вся застройка по Тверской улице. Да, это все сталинская архитектура. Эти дома не дешевеют как недвижимость. Они составляют огромную конкуренцию современным постройкам. Тут же могут многие возразить, сказать, что разрушались храмы, разрушались старые московские застройки. Да, разрушались, но давайте будем честными. Чтобы провинциальный город Москва мог выполнять функцию столицы такой огромной страны, нужен был генеральный план 1932 года. Нужно было делать эти шикарные гигантские проспекты, в которых сейчас многие стоят в пробках, да, а так бы вообще никто не смог бы ездить. Все мы, жители этого города, пользуемся тем, что было построено тогда, и во многом было недостроено. Наш современный мэр
во многом реализует тот самый план генерального строительства 1932 года. Вот, но при этом мы говорим о разрушенных зданиях и разрушенных храмах. Кстати сказать, что многие храмы, они не представляли, ну, скажем так, культурной ценности, уж положа руку на сердце. Кроме культового назначения, они практически никакой функции не несли. Очень многие, не все, но очень многие. А вот сталинские здания, ну, я имею в виду сталинские не в том плане, что он архитектор, а в том плане, что они были разработаны при нем, они стоят до сих пор, они украшают этот город. Очень часто делают так, чтобы эти здания под видом реконструкции развалились, и на их месте построить что-то подобное из говноматериалов, как бы мы бы сейчас сказали. Надо сказать, что архитектурный проект был реализован не в полном масштабе. Дело в том, что вот сейчас мы видим, что здание венчает российский флаг. По первоначальному проекту венчать эту пятиконечную звезду должна была фигура красноармейца. Но это то, что можно прочитать в Википедии. А то, что мне рассказывал мой покойный отец, а он был, знаете, такой, ну, настоящий краевед-любитель, я ему верю больше, чем в Википедии, здесь должна была быть фигура Иосифа Виссарионовича Сталина, главнокомандующего советскими войсками в тот период, когда мы выиграли в самый огромный, в самый знаменитой войне, наверное, в истории человечества. Да? То есть, в принципе, это было бы логично. Но мне кажется, что, учитывая, что красноармейцы создали ту страну, в которой воспитали геологов, которые в 1935 году нашли нефть в Сибири, и сейчас все вот эти вот прекрасные дорогие автомобили, которые ездят вокруг этого театра, живут на этой нефти, могли бы разориться и все-таки поставить красноармейцы. Ничего бы страшного не случилось, и проект был бы закончен. Но, как говорится, не я это решаю. Почему в то время проект не закончили, то есть не поставили вот эту главную статую? Началась война, как вы понимаете, в 1941 году, и так пятиконечная звезда, вот это здание, привлекала внимание, а тут еще, ну, извините меня, фигура на вершине, так вообще ее с немецкого истребителя Мессершмитт видно очень хорошо. Ходит такая легенда, не знаю, правда, неправда, что вот этой пятиконечной звездой немецкие летчики пользовались как розой ветров. То есть они подлетали, видели эту звезду и говорили: ага, вот этот лучик идет в сторону Кремля, вот этот лучик в сторону Тверской. И таким образом они ориентировались по поводу того, куда что бомбить и куда сбрасывать бомбы. Ну, насколько это правда, неправда, неизвестно, но легенда, согласитесь, красивая. Здание гигантское по той причине, что обладает 1500-м основным залом, малым залом на 400 посадочных мест и самой большой сценой в мире для драматического театра. Еще один эпиграф. Почему я, собственно, в кепке? Объясняю. Дело в том, что мой мастер, мой педагог в институте в ГИТИСе, он носил только кепки, Матвей Абрамович Ашеровский. На вопрос, почему он всегда ходит в кепке, он говорил, потому что кепку носил мой мастер, Владимир Иванович Немирович Данченко. То есть я как бы вот, так как я снимаю исторический во многом ролик, я, так сказать, решил и протянуть такую историческую параллель. Я даже пытался побриться дедовской бритвой, с эленгеном опасной, да, вот видите, побрился, так сказать, вошел в образ, но ранка осталась, так что не обращайте на это внимания. Ну что же, давайте немного об истории. Ну, я дальше не буду пересказывать Википедию, да, то есть, и, кстати, вы можете пойти в музей этого театра и более подробно посмотреть историю постройки, архитектурных особенностей, шикарные вот эти вот сталинские интерьеры, живопись в монументальном стиле. Я вот так плавно, упомянув о сцене, перейду уже к такому творческому моменту. Не буду перечислять много актеров, которые здесь работали, ну, здесь начинала Раневская Фаина, да, здесь работает до сих пор Чурсина, Голубкина, покойный Зельдин работал. Кого-то сейчас могу не вспомнить, понимаете, но это целая плеяда актеров. Режиссеры Попов, Морозов Борис, да, последний. Хейфис здесь работал. И много-много-много замечательных и известных людей. В чем
особенность этого театра в творческом плане, именно в сцене. Ну, во-первых, был такой прекрасный инженер Мальцев, который изобрел действительно уникальную конструкцию управления сценой. То есть два гигантских поворотных круга, которые позволяют вращать танки на этих кругах. То есть силовой привод совершенно какой-то бешеный. Более того, есть подвижные пластины, которые позволяют превращать плоский планшет сцены практически в горную местность. То есть делайте здесь бои в горах и что угодно. Повторяю еще раз, вернее, не повторяю, говорю первый раз. Данная сцена была построена для батальных, монументальных спектаклей с использованием военной техники, бронетранспортеров, тысячи пехоты, не знаю, артиллерии. Удивительно, здесь есть танковый въезд. Мало того, сцена рассчитана на то, чтобы, извините меня, 30-тонную технику выдерживать, и она не провалилась под сцену. С завершением, так сказать, славного государства Советский Союз немножко все стало захеревать. Очень интересная история произошла с этим театром в 90-х годах. Ну, скажем так, интрига произошла. Дело в том, что тогдашнее руководство Министерства обороны, посмотрев на зарубежные примеры, сказало: ребят, ну извините, а у НАТО никаких драматических театров нет, тем более такого размера, да? Во французской армии этого нет, в итальянской армии нет, и что самое главное, в американской армии никаких театров при вооруженных силах не существует. Почему мы должны вот эту вот гигантскую махину тянуть на своих немощных министерских военных плечах? Давайте отдадим его в частные руки. Частные руки, естественно, нашлись, потому что, ну, такое здание, оно прекрасно подходит для кинотеатра, какого-нибудь там 4 Макс. Ну или для какого-нибудь торгового центра, место прекрасное в центре Москвы. Но здесь получилась маленькая загвоздка. Дело в том, что это здание является памятником культурного наследия и может использоваться исключительно как театр. А следовательно, что надо было сделать? То есть здание частными инвесторами выкупается, с ним ничего не делается. Естественно, такой огромный театр не может существовать без финансирования. Бедные актеры как-то еле-еле выживают, ни о каком ремонте речи не идет, а частные инвесторы просто смотрят и ждут, когда этот колосс сталинского ампира доблестно развалится, тогда мы закроем его панелями, построим на его месте новое здание, похожее на это, и сделаем там все, что хотим. Вот. Все бы, наверное, бы так и случилось, но, во-первых, здание очень долго разваливалось и никак не хотело разваливаться. Потом наступило 85-летие театра, сюда приехал наш гарант Владимир Владимирович. В скорости министром обороны стал Шойгу, который сказал: нет, пусть театр будет, чай не обеднеем. И, наконец, этот театр начал потихонечку возрождаться. Сейчас здесь что-то происходит, что-то здесь идет. Хочу высказать собственные мысли по поводу вообще вот этого здания, вот этого театра, как, ну, скажем так, культурного явления. Я понимаю, что это мое личное профессиональное мнение. С ним кто-то может считаться, кто-то может не считаться, но вдруг его когда-нибудь услышит, и вдруг кто-нибудь за это зацепится. Просто в качестве размышления. Понимаете, для меня вот подобная сцена, то есть сцена такого масштаба, на которой должны действовать танки, чуть ли не самолеты, конница, он для этого был построен. Это узкоспециализированный театральный инструмент, построенный для узкоспециализированных спектаклей, то есть глобальных, с участием большой бронетехники, с маленькими людьми, большими массивами людей, да, для Бородинского сражения, грубо говоря. У нас в России, слава богу, пока существует огромное количество военно-исторических клубов, занимающихся военно-исторической реконструкцией. Да? Ребята едут на какие-то огромные фестивали, находят какие-то гигантские поля, собирают там кучу народов, несколько тысяч, что-то там стреляют. Ну, вот, к примеру, как празднуется День Бородина, да, например, на Бородинском поле. Вот вы представляете, если подобную реконструкцию проводить как зрелище, специально предназначенном для этого театре, специально предназначенном для этого сцене. Это будет уникальный случай.
То есть подобного реконструирования, да, как зрелище, его не будет ни в одной стране мира. Это будет уникально. И это будет соответствовать данному театру. Ребята, там наверху кто-нибудь, министерство или там дирекция театра, господа реконструкторы, свяжитесь как-нибудь, сговоритесь и сделайте это. Я вас прошу. А я приду просто, ну, посижу, чтобы просто вот контрамарочку мне выделить, и мне будет приятно. Мы сделаем гигантское дело, да, и вот этот танковый въезд, который я вам, наверное, покажу, да, он не будет просто проставить. Вы поставите сюда свои пушки, вы привезете свои мушкеты, вы будете все это стрелять. Конницу сюда затащим. Вы представляете, что может быть? Да, это вот такие размышления такого, знаете, режиссера, актера. Ну, кому-то понравится, зацепитесь, договоритесь. Не понравится, ну, пожалуйста, не договаривайтесь. Живите дальше в минималистических формах. Ограждайте эту сцену искусственно. Ну, а зачем? А зачем? У нас в Москве и так 100 театров. Да?